Техническая неисправность привела к пожару в Сатпаеве. Там сгорел легковой автомобиль. На кадрах видно, как из-под капота валит густой дым. С моторного отсека пламя быстро распространилось дальше. Прибывшие на место ЧП огнеборцы выяснили, что спровоцировало пожар – замыкание электропроводки. А вот актюбинские пожарные предотвратили большую трагедию. Приехав на вызов в частный сектор, они успели вынести из горящего гаража 3 газовых баллона. Загорелся автомобиль внутри бокса. Масштабы случившегося отлично видны на любительских кадрах очевидцев. В Жамбылской области полицейские задержали браконьера. В 90 километрах от села Маинкум они остановили подозрительный мотоцикл. Оказалось, 26-летний сельчанин вез тушу дикого кабана. Трофей вместе с оружием у охотника изъяли. Теперь ему грозит до 8 миллионов тенге штрафа, либо исправительные работы. Дело передано в суд. В Актау антигероем соцсетей стал сотрудник местной полицейской службы. Его лихую езду засняли на видео. Страж порядка, двигаясь на авто, не пропустил идущих по переходу пешеходов. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области уже отреагировали на инцидент и пояснили, что сотруднику выписан административный штраф на 30 тысяч тенге.